День привет! Сегодня продолжаем рубрику «Готовим вместе». Сегодня воскресенье, и с утра я решил побаловать свою семью вкусным завтраком, бутербродами. Для этого нам понадобится батон нарезной с отрубями, майонез с перепелиными яйцами, твердый сыр, консервы, любую можно использовать, два зубчика чеснока, и два яйца, подсолнечное масло, обязательно, как же без него. И руки. Начнем все потихонечку готовить. Обычной толкушкой два чищенных яйца. Просто разминаем таким образом. Никакую резку я не использую. Просто вот так вот, обычной толкушкой для картошки. Очень удобно получается, как без отходов. Разминаем на более мелкие куски, кому как нравится. Все. Разбултыхали. Прекрасно. Консервы берем туда. Банку туда. Задербеним. И вилочкой. Вилочкой. Быстренько. Раз. Она мягкая, консерва-то. Мягкая. Раз, и она быстренько сделается. Ну и сыр, кому сколько нравится. Я вот просто по вкусу его добавляю и все. Все перемешиваем. А пока потихонечку будем сейчас ставить плиту. Ну вот, пока я сковородочку поставил, пусть разогревается. Добавим немножко майонеза. И все. Начинка практически готово. Можно добавить зелень, кому как нравится. Можно свежую зелень, можно лук, петрушку, да все что угодно. Все что тут есть, все можно добавлять. Люди добавляют, кто бекон, кто колбасу, кто мясо отварное. Кому как понравится. Как говорится, делай все в кучу. Ну и все. Готово. Сейчас будем жарить. Добавляем масло. И будем обжаривать булочки. Такие. С отрубями. Вкусные, люблю я. Обжарим с двух сторон до золотистой корочки. Слишком сильно не надо, чтобы они не пригорели. Кому как нравится, люди некоторые любят как сухарик, например.
Мы любим, например, немножко так в среднем исполнении. Ну, как шипит классно. Сейчас масло пропитается и будет само то. Готовлю я давно уже, как говорится, мама меня научила, да и жизнь научила, и служба, и работа научила готовить, чтобы не быть зависимым от кого-то. Люблю готовить, люблю то, что буду сам кушать. О, как получается-то. О, какие они. Красавцы получаются. Потому что любую собственную пищу ты всегда будешь кушать. В основном всегда будешь кушать. Даже когда просто экспериментируешь, все равно будешь кушать. Потому что чужая пища как-то тебя опасает. Ну, пока. Так и пожарим сейчас энное количество. Трам-пам-пам. Вот мы обжарили. Теперь чеснок пришел. Чеснок я просто режу на две половинки. Вот так вот. И просто натираю чесночком. Вот так вот. Он будет пропитываться. Итак, начищаем все булочки обжаренные. Ай, а какой запах! Ё-моё, вкусняшка! Чудо просто, просто чудо! Чесночок у меня немножко остался. Я его сюда, в эту прикормку и накидал. И перемешал. Все. А теперь формируем себе бутерброды. Кому сколько понравится. Я люблю погуще. Ой, а запах. А запах чудотворный. Аж слюни текут. Какая это прелесть просто, какая прелесть. Ну вот, такая прелесть у нас получилась. Бутерброд на завтрак. Все делается очень быстро. Быстро, вкусно. Ну, бутерброды просто сухомятку можно, конечно, кушать, но мы предпочитаем. Можно чай. Можно кофе. Можно цикорий. С чем угодно. Ну, кроме, конечно, не буду говорить. С чем еще бутерброды эти очень хорошо идут. Кто знает, тот догадается. Так что, пожалуйста, дерзайте. Учитесь со мной, делайте со мной. А я буду сейчас завтракать. Так что, всем пока. Подписывайтесь на мой канал. Заходите, смотрите. Вкусняшки всякие. Пока.